вид. А со скольки лет ты себя помнишь? С 3-4, наверное, что? А помнишь песни, которые мы пели в этом возрасте? Рэп мы не читали точно. Ну как же? В мире есть только один нормальный рэпер. Это Винни-Пух. Он единственный читает без пафоса и понтов. Илья, мне кажется, мы немного отвлеклись. Давай вернемся к нашим артистам. Для нас сейчас выступит Марина Шалаева. Останься. Зачем? Да я вроде никуда не собирался. Так называется наша следующая песня. Stay. Останься. Thank you.